Скажите, как вам без нас было тяжело? Тяжело, да. Да, сынок, очень тяжело. Какая все-таки помощь? Спасибо вам большое. Голодали немножко. Ну, а что поделаешь? Есть люди, которые лежачие, не могут ходить. От всей души благодарны за это, ребята, от всей души. Я думаю, достаточно? Нет. Недостаточно? Нормально. Мы будем соблюдать дистанцию, ходить в масках, а вы привозите нам кашку. Мы будем очень рады. Спасибо.